가볼게. 가볼게. Смотри, грузовичок едет и собирает в свой кузов разные сюрпризы. Интересно, куда он их повезет? И зачем? Привет! Сегодня грузовичок привез мне много разноцветного пластилина, потому что я собираюсь приготовить очень необычное блюдо. Его любят в Японии. Догадались, что это? Правильно! Это суши! Чтобы приготовить суши, нам нужен рис. Какого он цвета? Конечно, белого. Давай посмотрим, есть ли в кузове грузовичка пластилин белого цвета. Я нашла! И вот еще целая банка. Можно лепить рис и готовить суши. Пора за работу! Нам с тобой так весело готовить. Мы с тобой сегодня повара. И для нас сегодня бисер – это красная икра. Рис готовить пора, за работу повара. Трудимся с утра. Теперь готовим рис для еще одной порции. А теперь на этот рис нужно положить кусочек соленого лосося. Сделаем его из красного пластилина. Если ты посмотришь на настоящий кусочек лосося, то увидишь на нем прожилочки. Давай сделаем такие. А теперь положим оба кусочка на рис. Пора лепить водоросли. Ими мы украсим суши. Отлично! Наши суши с лососем готовы. А теперь приготовим роллы. Для этого нам понадобятся черные водоросли. Раскатываем пластилин тонко-тонко, потому что водоросли для роллов должны быть похожи на лист черной бумаги. Теперь рис. А внутрь мы положим авокадо,
Это такой желто-зеленый орех. Кладем узенькую зеленую полосочку на рис. А здесь место для копченого лосося. Мы сделаем его из красного пластилина. Еще немного риса с обеих сторон. И заворачиваем. Немного подправим форму. Наш ролл готов. Пора резать. А эти два ролла давай украсим икрой. Вот какую икру нашла я. Опускаем на нее один ролл и аккуратно поворачиваем. И второй. Все готово. А ты знаешь, как правильно есть суши? Пойдем посмотрим. Настоящие суши едят вот такими палочками. Приятного аппетита! Тебе понравилось готовить суши и роллы? В следующий раз мы приготовим что-нибудь еще. Приходи снова! До новых встреч!